Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. И я продолжаю вести Единую Империю к доминации в галактике в игре Sid Meier's Civilization 6, блин, хотел сказать, Endless Space 2. Ребята, Endless Space 2, последний уровень сложности. Если вы случайно наткнулись на это видео, то... А лучше с первой серии начать. Ссылка есть в описании, либо в правом верхнем углу появлялась. Ну и спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Так, вот ребята все хотят перемирия, но нет. Мы их дозабираем. Собственно, мы уже гнобим тотально Люмерис. Сифончиком приготовиться. А, вот видите, вот это, конечно, прикольная тоже механика. Дело в том, что Люмерис на меня... давят в некотором смысле дипломатически, и я не могу от некоторых предложений просто так отказываться. Но так как у меня куча культуры, то я за 1200 культуры их предложение отклоняю и продолжу. То есть это вот логично, понимаете, вот у вас игровыми механиками заставляют действовать дипломатически. А не только там, знаете, как в Циве, а нафиг эти там посольства, например, зачем это принимать, оно вообще нифига не работает. Так, крейсер у нас тут есть. Тут у нас летят. Вот этих ребят я хочу удалить. Ну, не удалить, а продать. Это устаревшие уже корабли, я считаю. Там слишком мало будет юнитов. Тут у нас есть крейсер, но я дождусь, наверное... Вот это еще не устаревшие, я их привезу, просто потому что тут есть юниты. Видите, 70 пехоты, 23 танка и 15 самолетов. Так, вот тут надо напасть. Тут у нас... А, тут чисто герой остался, я смотрю. Герои, кстати, если в бою убивают корабль героя, но бой не проигран, то он типа выживает. Здесь, я думаю, он просто отступит, да. Кроме того, мы вот этот караванчик. Так, ну мне кажется, в весы надо лететь вот этими крейсерами. Сейчас тут еще этот подъедет. Значит, вот этот крейсер давайте тоже тогда сюда переведем. Следующим ходом объединяться. И тут два крейсера, да, создалось. Во, вот это уже наземная армия, конечно, неплохо сработает, я так думаю. Тут мы уже позахватываем Люмерис только в путь. Надо было, видите, перейти на новые корабли. Тут сифончики летают. Так, все, вроде со всех систем отправил. Опасность. Так, тут какой мы будем прокачивать? Ну, на вместимость, наверное. Смотрите, давайте глянем на Янусе. По-моему, там у меня уже вообще везде экстаз сейчас. Да. Просто везде. Народ в экстазе. Господи, как ты нами управляешь, офигительно. Спасибо за поддержку. Не то, что вот с Лукашенко, да? Вот реальные 80% поддержки. Обратите внимание. А не, как он себе нарисовал. Так. Тут что сделаем? Поддержка не нужна. Поглощение щитами. Тут просто все остальное, видите, на флот. А мне на развитие системы я хочу. А, ну вот, на производство давайте вот это. Так.
Ну, минус 10%, господи, он там не особо... Я даже не знаю уже, на что этого парня прокачивать. Он уже полностью тут все, что было полезное на развитие систем. Ну, вот еще на деньги, кстати. Мизари Калберас. Так, модернизация 4 уровня проведена. Трехмерная печать, эволюция... Не знаю, что на Войриме, это эволюция почты все стоит. Так, хочу, знаете что, смотреть, когда будет, возможно, еще кого-нибудь на 4 уровень. 125 грибов. 16,5. И 66,5. Ну, где-то ходов через 5, да? 80. 30. Ну да, где-то так. 5 ходов. 4 уровень можно будет где-нибудь сделать. Так, и раз тут у нас 4 уровень. Автономная администрация. Плюс одна система. Ну, пока... Пока не надо, я еще... Хотя, с другой стороны... С другой стороны... Я бы, наверное, из вот этого парня, из Фада в Таркану... Потому что в Фаде 13 жителей, а в Таркане, извините, 23. Ну, что у него тут... Да, тут и культуры... Так, а могу ли я еще героев прикупить? О, 6 героев. Блин. Невозможно иметь героев, потому что там какое-то задание Академии идет. Эх, ладно. Давайте переброшу в Таркану. Блин, как его тут назначить? Думаю, на фат это никак не скажется. А в Таркана, Таркана намного больше будет давать всякого. Так, что у нас по компаниям? Все филиалы построены. Штаб-квартиры есть. Может немножко развить. Просто денег дофига, я хочу, чтобы побольше ресурсов капало. Немного. Так, тут стоим. Тут у нас что, летаем по системам Горацио. Давайте, наверное... Сюда подлечу и отсюда отправлю спутники. Так, здесь подождем остальных крейсеров и полетим. Вот, уже 1К. Ну, вот уже на двух крейсерах, видите, столько флота, что, в принципе, я смогу... Блин, операция взлома надоели мне каждый ход. Не хочу ее назначать. Тем более, там уже практически полностью... Забито все. Мне надо, конечно, открыть какие-нибудь техи, чтобы квадриникс использовать. Я бы, кстати, не сказал, что тут такие офигительные ресурсы уже у Люмерис. Мне бы Альдебарана еще захватить, там тоже орехалк есть. Победить, найдите и победите флот главаря пиратской лиги и захватите... И где он? Ага, он хрен знает где. Не сегодня. Что сказать по квестам? Так. By my cloth. Your actions deserve the closest scrutiny. Запугивает меня, смотрите. Водяны. Найти и занять орбиту большинства магнитных систем, прежде чем фанатики из Академии найдут и захватят их.
Магнитные системы, это, видимо, имеется в виду вот типа таких. Нет, это не магнитная система. Типа вот таких. Нет, это туманность. The Nakalim will survive this, as we... Так, там что-то... Космические облака. А где эти магнитные системы вообще? А могут мне показать хоть одну магнитную систему, которую я вижу, а не которые вне поля моего? Бюрократическое поле. Сифончики, да вы достали. Серьезно, то есть все магнитные системы не в поле моего зрения? То есть я ни одну не нашел? Класс, как вот предполагается этот квест выполнять? Ну, значит, точно я его не буду выполнять. Так, рой саранчи. Уничтожьте все пиратские флотилии. Ну, я одну уничтожил вроде как. Вот еще одна летит. А может, я уничтожил? Не уничтожил, я уже не помню. Мне кошелемерис надо в первую очередь. Ладно. А превратить свой аванпост в колонию в системе. Ну, я же уже тут. Нет? Так, эволюция почв. Вот нафига она делается вот на этой, почему она здесь вообще горячая и стерильная? Это вообще надо поменять на вот эту. Так, горячая. Пять науки, три поддержки. Так, я бы тут на культуру строил. Плюс 5 на месторождение стратегическое. Тут только орехалки. Ну, то есть плюс 5 будет, да? С другой стороны. О, плюс 5 на горячее и стерильное. Таких у нас 3 горячих, как минимум. Еще одну вот эту можно построить. Здесь. Потом вот это... Чтобы орехалка больше добывалась. Ну ладно, пока хватит. На Коране мы все построили. Трехмерная печать. Ну, тут все убрано, аномалий нету. За экстаз 2, то есть это будет плюс 64 культуры. Надо ли? Мне кажется, нет. Ну, автономную администрацию, в принципе, на будущее можно забубенить. И все, и больше я тут ничего не хочу. На самом деле. Так, на Геракле у нас что? Тут можно... планеты терраформировать в океаническую или в лесную. Давайте в океаническую. Так, арктическую в какую? В степную либо в снежную. Давайте в степную. Надо, конечно, еще проверить, какие у нас стоят там всякие. Так, и тут у нас антиматерия есть, да? Ладно. Просто экзотические блюда. Блин, в Таркане. Вот это как-то автоматом начинает строиться. Тут политику автоматизации надо на производство ставить. И видите, он автоматом начинает вот это улучшение строить. Таркана, конечно, хорошая система. И тут тоже надо что-то на культуру. Тут уже все построено, похоже. Науки.
науки не так. Ну, надо, кстати, посмотреть, где вот этот еще институт бахнуть. На плодородной и умеренной. В принципе, вот это можно сделать. А здесь... Вот, как раз терраформировать в джунгли. Так, где у нас науки дофига? Где мы еще институт можем бахнуть? Тут, по-моему, он уже есть. На плодородной и холодной. Плодородная холодная. О, так тут вот это можно. Вот этот фундамент активной эволюции. Нет, давайте. Пускай сначала терраформируется. Тут институт уже строится. Вот, на героине явно нет института. Давайте, после терраформирования. Так, что у нас на графиасе? Почему у нас тут печать стоит? Муссонная умеренная. О, модернизируем, давайте до третьей. Или, блин, покопить лучше на четвертую. Больше на четвертую сделаем. Наверное, лучше так, да. Микроволновое излучение. И вот эту в саванну потом. Так, тут у нас 7 штук. Это крейсеры. 7 штук крейсеров. Ага, многовато. Так, сколько тут объединится? 15. Вот 18. Достали в меня бюрократическую путаницу запупыривать. Полетели. Тут у нас тоже крейсер создался. Это уже вот с этим можно объединять. Эти все вот сюда отправляем тогда. Так, тут этот крейсер ждет. Тут опять... Люмерис какой-то бегемот построил. Экономический. Почему он экономический строит? Типа, тут нас нападает, а мы экономику... Ну, я вообще понимаю, потому что Люмерис, они как раз на победу экономикой заточены, фракции. У них там денег дофига. Видимо, он по скрипту продолжает действовать, пытаясь победить экономически. Но это тупо, когда у тебя... Системы оккупированы. Так. Угу, тут все красивенько. Отлично. Заканчиваем ход. Что у нас тут в очереди стоит на исследование? Кстати. Бонус передвижения дополнительные. Дальше аномальная парадигма. I shall defend the faith. The unfallen watch you. Unsure if your actions. Если вашу сдержанность вы не проявляли в враждебных действиях, это, конечно, не проявлял. Ты проявлял ко мне, а я к тебе нет. Так, вот это аномальная парадигма, это мы где? Блин, еще одна империя. У них там уничтожители есть, кстати. Хорошо, что не у тех, кто рядом со мной. И Горацио. Блин, кто там с кем так поют? И Йолла. А, это они увидели, что кто-то. Так, это я вот сверхсветовая здесь открываю, потом аномальную парадигму. То есть я тут открою как раз две необходимых техи. Надо будет еще тут две. Давайте подумаем, какие. Срочные исследования преобразуются, все производство преобразуется в науку, да, ничего так. И генерирование ресурсов на месторождение тоже ничего.
Это мне нравится. Максимальная численность предела населения. Ну... Генерирование на роскоши. Ну, тоже ничего. Так, это на деньги. Все преобразуется. Вот это я не очень хочу. Так. Распределение энергии. Плюс 10% ко всем ресурсам. Это, походу, какая-то... Какое-то чудо, я так думаю. И здесь... Плюс 100, ну это для экономики, плюс 100 производства за уровень системы и плюс 10 заместителей. Ну тоже ничего, ну блин, 50 орехалка стоит, так бы дороговато. Вот это мне точно больше нравится, пока поставлю следующим. Уже опять он, опять какой-то корабль. Ну что, каждый ход бегемот строит? Еще один экономический бегемот. Нормально? А нет, тут, кстати, флот побольше такой. Ну, посмотрим. Ну, я, наверное, не уничтожу весь флот. Не, в Джаггернауты, конечно, ломануть было... Ну, все равно победа. Так, здесь какой-то флот прилетел. Вообще слабенький. Блин, почему я Джаггернаут не могу по центру расположить? Да, вообще все уничтожено. Так. Тут все прилетело. Тут, наверное, давайте сюда отправлю, вот и отсюда уже. Да, тут стоим. Ну и тут, наверное, давайте эти крейсеры сюда. Так. Опять на Коране нечего строить. На Ментаке что? 992 науки. Колонизировано. Муссонную нафиг надо. Нафиг надо. Ну, в саванну можно. В принципе, плюс 2 к населению все-таки. На плодородной, умеренной денежка будет капать. Так, пока все. Я еще вспомнил про победу чудесами. Это мне надо 5 уровня достичь. Вот тут, в развитии империи. То есть мне надо какие-то техи, чтобы открылась возможность вообще чудеса строить. Для этого мне надо тут хоть какую-то теху еще открыть. Одна теха есть. Давайте смотреть, что тут есть. Культура, институт языка и тела и договор, протокол сотрудничества. Дальше здесь батарея системы. Это на цитадели работает. Нафиг надо, мне цитадели нигде. Я в нападении. Плюс 2 культуры. Эдемизация. Культурная гибкость. Конверсия влиянием. Со временем поглощает системы в пределах зоны влияния вашей империи. Можно применить только в случае, если вы находитесь в состоянии холодной войны или мира. Ну, я там вообще, конечно, влияю на деревья, но мне кажется... Нафиг надо. Так, это тут какая-то цель. Будьте первым, кто выкупит 3 системы. Этим я не занимаюсь. Вот улучшение. Это у нас будет улучшение крейсеров моих, если я открою более крутой корпус. Воплощение Зелеваса. Или Зелеваса. Плюс 3
денег и культуру, и производство за культуру. Ну, это типа чудо. Максимизация бегемота. А где уничтожитель у нас вообще, кстати? Мне что-то захотелось мои джаггернауты уничтожитель. Ага, вот он. Да, пока далековато. Ладно, я что из этого я хочу? Я, наверное, хочу вот этот идеальный... Или идеальный переговорщик, или вот тень... Давайте тень императора. Мне больше что-то это нравится. Там крутое чудо, мне кажется. Дофига дополнительного. Будет всего. Опять он какой-то бегемот. А, это он отступил, по-моему. Не отступил, точнее, не добил его флот прошлой битвой. Так, бонус движения открыл. Смотрим, ага, видите, две техи уже открыто. Отлично, и прилетаем. Сейчас мы будем захватывать весы, я думаю. Да, долетели. Никаких мирных переговоров. Ну что? О, да, весы сейчас прямо сейчас будут захвачены, я думаю. Без шансов. Домашняя система Люмерис захвачена. Ну, пока бунт, само собой. Давайте сразу бесконечные. Видите, вся специализация на деньги, ну, потому что Люмерис у нас. Так, бесконечные супермаркеты, потом месторождение ресурса роскоши. 2, 3, 15 будет. Давайте даже идти быстрее, потому что 15 даст плюс, а это 10. Дальше. Что у нас еще тут на счастье? Ну и тем более, что оно постепенно будет, видите, из владений. То есть минус 158 из-за того, что это было у Люмерисов. Ну, за уровень. Какая тут уровень системы, кстати? Второй всего лишь? Странно. Ну, ладно, все равно поставим строиться. Я бы, кстати, даже это все ускорил вот так, чтобы за один ход. Ну, тут все заселено. Кстати, у них тут не только, у них что, о, три науки и счастье. Так эти хорошие жители, эти три науки и счастье каждый дает. Политика автоматизации на производство. Или на счастье, давайте на счастье поставлю. Ну и, наверное, на культуру буду строить. На плодородной и холодной. А, и у нас тут есть руинки. Всякие поисследовать. Ну, пока так. Терраформирование, институт упаковки, отлично.
у меня уже науки 12 тысяч. Класс. Блин, я, несмотря на то, что я захватил уже и домашнюю систему, смотрите, как все еще влияние, да? У систем Люмерис. Тоже, наверное, пока не уничтожу флот, но потреплю немного. Ничья. О, слушай, так надо сюда лететь. Пожалуй. Вот что вот это за корабль? Он до сих пор как бы... контролирует эту систему. Так. Да, добьем флот. Бедняга строит, строит флоты. И тут прилетают джиггернауты. И все ему... Говорит, у тебя не один джиггернаут? У тебя их два? Я говорю, нет, у меня их три. И все к тебе летят. Ну давай уже, умирай. Блин, корвет мне завалил. Так. Наверное, вот этим я полечу рак осаждать. Я хотел подправлять в разные стороны спутники. Пропущу ход. Да, спутник. Вот тут где-то, ну, мне кажется, не долетит сюда. И пока полетим сюда. Так, тут я, наверное, этим крейсером подожду, чтобы объединить хотя бы вместе какую-то часть. Что тут, с кем я могу пообщаться? Видите, как на меня сафоны давят, тоже они будут с меня требовать. И как давят разрушители, например. Are you back as friend or foe? Speak fast. Ну, то есть я могу, например, перемирие от него потребовать, и он не сможет, видите, навязать перемирие, не сможет отказаться. Ну, ну я, естественно, не хочу. А здесь что я могу? Не, ничего, никакие санкции на него накладывать, зачем? Я с деревьями хочу быть в хороших отношениях. Ну вот, видите, вот у меня уже две системы влияют. В принципе, если бы я открыл те техи, я мог бы их культурой захватывать, наверное. Может, попробовать действительно? Ну, там надо будет еще технологии открывать. Процентов денег с Люмерис имею и вместимость на системы. Закрыл мне границы, я его даже не вижу до сих пор, где до сих пор не могу найти его место расположения, он мне границы закрывает. Кажется, он где-то вот тут должны быть. О, долетел. Так, тут можно начинать по принуждению к миру. Ну, тут вот ровненько будет, конечно.
Ну, должны все равно за несколько ходов захватить, я думаю. Блин, несущественное поражение. Да вы прикалываетесь. То есть, у них армия круче, чем моя. То есть, у меня больше. А почему у меня уже 4 из 3? Подождите. А, я цитадель захватил. То есть, там, видимо, в тех этих цитадели, которые мною захватываются, получается. То есть, вот это лучше прокачано у Люмерис, чем у меня. Не знаю, давайте танки... А, у меня не хватает антиматерии. Да. Тяжело, тяжело. Так, этих объединяем тоже. Ну тут сейчас еще эти прилетят наконец-то. Я думаю, Лиру мы захватим точно. Так, могу еще где-то институт построить. Это я строю в героине, в Геракле. Закончу уже терраформирование, чтобы это... Ну, тут один всего. Стратегический ресурс на самом деле. Ну, о, тут все с аномалиями. Давайте это построим. Вот эту уже плюс 25% систему Люмерис. Так, мне интересно, я вот тут купил на счастье кучу всего. 5% всего поднялось. Так, ну это аномалии, это руины, видите, следы наземного сражения. Это что такое? Так, плодородная, холодная. С аномалией. Аномалий-то вообще нету. Модернизировать пока не хочу. Я хочу на 4 уровень лучше модернизировать системы. Давайте вот это поставим. Стоим пока тут, ладно. Пираты какие-то. Видимо, из того квеста долетели наконец-то. Камикадзе. Сколько их там осталось-то? Один флот где-то летает. Ну, это, короче, это не моя проблема вообще. Мне вот Имикс, собственно, осталось главное захватить. 25 жителей. И практически все.
Так, аномальная парадигма. Вот, 5 науки на планете с подавленной аномалией. И плюс 40% на газовый. Вот это все надо будет строить. О, уже победа. Отлично. Опять перемирие. Минус 1300. Все. Нафиг. Какое перемирие? Это за перенаселение. Ну, у меня там и так счастье дофига. Как бы мне это еще... А, ну вот эту возьму. Хотя там особо нету холодных планет. О, еще литейные вечных. Да, короче, вот этих вечных я, конечно, добываю достаточно. Может, было стоило вот эти... Обратите внимание, тут три вида ресурсов. Вот этот первый, он дает просто плюс что-то в системе. Второй дает плюс от жителя, а третий дает процент. То есть, например, вот этих научных тут тоже есть. Такие, просто я их не нашел, но они есть. Ну, кстати, так, не факт, что прям в этой партии есть, но они, в принципе, в игре есть. И вот тут есть... ресурс, который давал бы процент к науке, а не просто плюс 60. И вот этот, конечно, в данном случае очень круто, плюс 15% производства на систему, но к тому моменту, как я решил модернизировать, я просто не мог отыскать. Я не думал, что ей так много будет капать. Так, давайте смотреть, значит, в Коране... У нас там на науку я только что открыл. На газовую плюс 40%. И школа гениев. И карманная лаборатория. Ну, походу, просто в этой системе это невозможно построить. Вот, тут школа гениев строится, потому что тут есть газовая. И подавленная аномалия. То есть я смогу тут и карманную лабораторию тоже. Точнее, карманная лаборатория на газовые, а школа гениев на подавленную аномалию. Значит, мы начнем, наверное, с этой. Потом... Ну... А с другой стороны, вот эта карманная лаборатория плюс 40% на науку чисто жителям, чисто на газовой планете. Ну и смысл, это три жителя. Я думаю, нафиг надо. Только школу гениев ускорю. Подавленная аномалия синяя. Вот, значит, тут тоже строим школу гениев. Вот еще подавленная. О, вот тут, кстати, надо поподавлять. А, я уже изменяю здесь. Отлично. То есть вот это мы изменим. И, собственно, надо школу гениев фигарить. Ускорим. Не, во многом, кстати, во многих вещах интерфейс Endless Space удобен, очень удобен. Ты как бы
понимаешь многие вещи сразу. Но в важных вещах, например, в той же армии, да, или во флоте, он почему-то местами прячет от тебя важные вещи по какой-то причине непонятной совершенно. Ну все, следующим ходом Имик спадет. Так, а здесь мы высаживаемся этими ребятами. И тут тоже, да, тут большинство. Потому что я уже на Дорию высаживался до этого. Блин, ничья все равно. Зашибись. Да, открою тут автономные шахты и буду преобразовывать производство, видимо, на науку сразу. Я не хочу операцию взлома назначать, надоело. Вообще в моем случае никак ни на что не влияет, по-моему. Сифончиком приготовиться к нападению. А ими с самого начала игры кровь портили. Ух ты, сафоны выкупили. Три системы. Одиночное задание. Возьмите под свой контроль две новые водные планеты. Ну, такой. Ну, все, давайте, блин, крупные партии. Еще нет. Никаких альянсов. Все еще не могу героев покупать. Да. Так, ну сколько сейчас науки стало? 13 000. 13 500, я бы даже сказал. Блин, а где этот флот? Я его даже не видел. Но это, видимо, последний флот. Люмерис уже в этой игре будет. Вряд ли я, конечно, его сейчас разнесу. Ничего, ну линкор мне убили, да. Но Джаггернаут они не могут завалить. Никак.
То есть они тут какую-то маскировку имеют все-таки. Это не просто так. Вот я не замечаю флоты. У них какой-то модуль, который их маскирует. Но и у меня какой-то модуль есть, который их открывает, очевидно. Все, имикс захватывается. Ну, давай. Лира, наверное, еще нет. Оккупировать. О, я первым, кто захватил 7 звездных систем. Награды непробиваемые щиты. Это оборонный модуль на корабле. Ну, класс. Сейчас на сафончиков полетим. Будем использовать. Так, этот джиггернаут у нас... Я не знаю, вот как... У меня даже нету возможности... Слушайте, а там вот еще какие-то планеты есть у Люмерис. Видите, оттуда откуда-то летит корабль. Во, блин. Так, ну мне нужен, значит... Скаут с... Как громко-то... Блин, подождите, где корвет, патруль, во, вот это? Четырнадцать с половиной тысяч науки. Так, я тут автономные шахты, а потом я поставил, что исследоваться. Тень Империи. Мне надо какую-то еще одну технологию потом отсюда. И откроется возможность гений вечных. Давайте все-таки решим. Квартал механических костюмов. Предел... жителей. Ну, на деньги я точно не хочу. Вот и давайте вот это распределенная энергия откроем. Да, вот тут институт нужен будет. Тут дофига. На самом деле, науки. Так, этим же джиггернаутом в Элион полетим. А этими... крейсерами на рак. Почему один флот? Там я видел флот 14 юнитов вообще-то было.
Да вот это, по-моему, по квесту что-то надо выполнять, нет? Белая звезда. Да. Во время задания Академии битвы вокруг магнитов разрешены только между империями из разных команд, независимо вот это. Ну, короче, около меня даже нету этого квеста. Поэтому смысл. Давайте сюда отправлю, а полечу сюда. А, ну да, Шимикс захватил. Так, ну, как всегда, бунт. Что у нас? На счастье тут. Так, бесконечные эти. Колониальные права. Сначала колониальные права. Лотерея за месторождение ресурса роскоши. Где у нас ресурс роскоши? Тоже два. Давайте так. И... обломки, руины, формы жизни, руины, подземные явления. Плюс тут надо подавлять аномалии. Тут еще так аномалий нормально на этой системе. Вообще, как бы компьютер вообще, по-моему, завезло с системами имхо. Не то, что мне. Ну и вообще, вот какая нормальная, вот прям, чтобы сказать, вау. Со всеми пришлось работать. А что за тенденция эволюции подписана? Ага, это планетарная специализация. Кстати, тоже можно ставить. Так, ну все, Лиру мы, кажись, захватываем сейчас. Да. Какой-то уже... прилетел опять от сафонов исследовать. Ну давай, отступай. Эти ребята мною восхищаются. Вот этих я тоже тогда люблю. Тогда отступил просто. Конец события, призрак из машины. Отказываемся. На плечах супергига. А, ну сейчас у меня, наверное, экстаз исчезнет таки. Не? Не, все равно зашибись все. Ну тут, понятно, я только захватил эти системы. Така и Теркана. Печать. Так, на Лире что строим? Их тут подавить надо. Аномалии. И на счастье. Может, даже сети дронов еще не построены. Так, так, так. Планета плодородная, умеренная. Ну, тоже, кстати, можно. Тут вообще нету производства. Не, они, Люмерис недавно эту систему колонизировала. Так, и у тебя третий уровень системы зачем-то стоит уже. Так сделаем.
А, вот противника. Так. Корвет вообще. Вообще какой-то этот скаут защищает. Битва на рак. Так, где я тут? Во, квадус открылся. Это надо нам слетать. Тем не менее. Тут, кстати, большая система. Так, высаживаемся. Продавили в итоге, конечно, Люмерис, и дальше уже все попроще идет. Так, значит, открыли. Мне надо и срочные исследования ставить вместо того, то, что денег идет, и автономные горнорудные комбинаты фигачить на планетах. Значит, во-первых, вместо трехмерной печати срочные исследования. Во-вторых, ну тут Титаны Гипери, я думаю, на них как раз не надо вот эту автономные горнорудные комбинаты. А я так понимаю, что генерирование ресурсов и ресурсы счастья тоже считаются. То давайте вот так сделаем. Тут ничего нету. Тут есть этот квадриникс. Поэтому тут ставим автономные горнорудные и срочные исследования. Да, блин. Дальше. Тоже никаких ресурсов. Я, скорее всего, эти в минус пойду по деньгам. Да, вот тут надо и вот тут. Хотя, с другой стороны, я же их не буду, вот эти литейные вечных, использовать. Так что я бы, наверное, только здесь автономные горнорудные поставил. Есть квадриникс. Все, только здесь. И так. Ну, можно. Вот это я ускорю терраформирование. Ну, не хочу вот здесь я, честно говоря. Всего лишь один грибочек. Тут можно с антиматерией ускорить. Тут вообще нифига нету. Ну, мне темное сияние не нужно. Вот орехалки, если только. Давайте. Протоорхидею можно тоже, потому что я использую ее
для 4 уровня. Блин, а нафига тут фонд благосостояния? А, потому что я поставил на... Угу. Понял. Ну ладно, пускай достроится, но тут и так экстаз это вот ненужное здание на самом деле. Ну и тут куча всего. Так, кстати, что у меня по... Ага, еще одну типа систему без проблем должен захватывать. Тут мы стоим. Тут мы тоже стоим пока. Или полететь к Элеону. Наверное, стоит к Элеону лететь. Ну, милитаристы лидируют просто потому, что мы в войне. Тут как работает система? Когда вы строите корабли, соответственно, увеличивается влияние милитаристов. Строите научные здания, увеличивается влияние ученых и так далее. Ну, или здания там военные строите. Ну, по идее... Недостаточно поддерживать. Так, улучшение системы влияния. Вот это, интересно, как оно работает. Это просто будем строить, видимо. Ух ты, альянс единства принципиальных наций близок к победе по экономике. А что за альянс принципиальных наций? Это кто вообще? За руль сранчи только я получил награду. Ну, это... Это модули, которые можно поставить на корабли. Исследуйте феномен Альтаир-3 на планете со 100 антиматерий. А Альтаир-3 вообще где? Так... Что это за альянс? Где вот эти названия альянса? Кто близок к победе? Это называется Союз по активной обороне. Это единство принципиальных. Клика черной туманности. Подожди, а кто? А что за... Что-то не пойму. Кто там по экономике? Хм. Ну-ка глянем, сколько теперь науки капает. 16,5 тысяч. Так. У меня откроется эта теха. Тут еще 5 уровень не открылся. И мне надо что-то 5 уровня еще открыть. Ну, эдемизация точно не хочу. Давайте вот откроем максимизацию бегемота. Ценность месторождения ресурса роскоши на Таркане. Ну, тут только протоорхидея две штуки. Ну, в принципе, можно прокачать. Наука.
Вот это воплощение Зелеваса. Да, я бы это построил. Чудо. 25 антиматерии надо дождаться. Я не понимаю, все-таки была написана эта победа. Что, типа, кто-то близок к победе. Но я даже не вижу этого альянса. Вот союз по активной... Вот этот альянс называется союз по активной обороне. Этот альянс называется единство принципиальных чего-то там. А вот это клика черной туманности. Вот это хор союзных существ. А это без союза. Что-то непонятно. Сейчас проиграю по экономике, даже не замечу. И главное не посмотреть нигде. Какая-то война идет. Хотя надо глянуть, кто там с кем в войне. Видите, какая-то осада. О, артефакты виртуалов какие-то новые. Это на что влияет? Вот, видите, артефакты виртуалов, процент к пополнению трудовых ресурсов. Так, давайте глянем, действительно, кто там, вот, мне кажется, разрушители с кем-то должны, да, разрушители воюют с альянсом Горацио и Хора Теней. Так, хорошо. Вот эти лямбда воюют с альянсом Сафонов, Водяны. И Йошу, или как их там? Так, вот стоим пока, стоим. Отправлю, наверное, сюда. И полечу сюда. Да, что-то меня беспокоит эта вероятность победы. Так, официальная поддержка ученых. По опросам милитаристы на 4% лидируют. Но моя поддержка должна помочь, наверное, ученым все-таки победить. Не знаю, насколько плюс будет. Пока все-таки ученые лидируют. Ну, вообще рядышком. Ой-ой-ой. Блин, милитаристы победили. Нет, все-таки ученые. Чуть-чуть буквально. Там чуть-чуть преимущество. Главное, чтобы опять
религиозные фанатики не провели захват власти и религиозную диктатуру не установили в империи. Так, сила Академии возросла. Захватываем рак. Убедительная победа. Уничтожитель, превосходящий рефрен, это пор теней, похоже, уже уничтожитель использует, вообще охренеть. Да, пор теней там уничтожители пользуются вовсю. Петра, 13 уровень. Так, тут в Коране я могу чудо. Вот это воплощение Зелеваса. Три хода, нормально. Даже могу, давайте даже ускорю. Побыстряне. Так, что у меня с ресурсами, могу ли я... Нет, не хватает пока Васильковой этой. Хочу... У меня 4 уровня, только 2 системы пока. Мне надо как минимум Ментаку на 4 уровень перевести, Таркану. Весы вообще 2 уровня. Может, у меня пока весы на 3? Ну, вообще весы я просто недавно только захватил. Ну, стал, собственно, Элеон захватить и Квадус. Так, тут тоже туда перемещаемся пока. Это последний нормальный корабль. Это вообще, по-моему, скаут, да. Вот последний фрегат. Улюмерис сейчас погибнет. Странно, что цитадель мне перешла. То есть я захватил систему с цитаделью прямо. Он отступил? Ну-ну. Тут тебя тоже флот ждет. Так, я, наверное, полечу сюда. Значит, этим бегемотом. Этим бегемотом сюда. Не бегемотом, ну... не бегемотом, а джиггернаутом. Стоим. Ну, не знаю, давайте вот туда еще отправлю.
за ультное лазерное фокусирование. Ага, в раке ничего не строю. Ну, можно на автономные горные эти. В этих двух переключить. Потом плюс 20 за планету. Ну, мозговую реальность поставим. Пока так. Все, последние две системы у Люмерис. Я так надеюсь. Жесть, окажется, что там еще что-нибудь есть. Плюс 10% ко всему. Но у меня и Квадриникса, и Орехалка есть, так что мне надо везде это ставить, строиться. Так. Могу ли я теперь... Так, это я отступаю. Военный бегемот уже у этих ребят, у Накалимов. Да, я могу гений вечных исследовать. 6 ходов, видите? Почему я начинаю с этого? Потому что он дает плюс 10 науки и минус 20 к стоимости всех остальных технологий. Потом я уже все остальные смогу открывать. Воплощение Зелевоса. Так, во-первых, распределение, распределенная энергия. 4 хода. Несмотря на то, что 1500 производства. Одиннадцать ходов. Да, ну тут самое, конечно, производство у меня Корана. Несомненно. Но мне надо это построить, потому что это, извините, плюс 10% ко всем вот этим четырем параметрам. Так, могу 4 уровень, кстати, еще строить. Все, Орехалк закончился. 4 уровень. Давайте, наверное, на Ментаке я построю сначала. Так, сделаем. Прилетел, отступил, называется. А тут его ждали.
Пока стоим, пока или он не захватим, не убираем отсюда. Ну, какое вторжение, там два этих. Блин, а вот это откуда тут 13? Да ё-моё. Я уж думал, все. Нет, еще какой-то флот прилетел. Где-то клепает флоты, где-то их прячет по сусекам. Потом ищи этих тараканов. Что это вообще такое? Ну? Я думаю, я нажал конец хода. Возьмите под свой контроль две новых водные планеты. Ну, наверное, у Люмерис не будет водных планет. Интересно, а если я сделаю из снежных планет водные, они будут считаться как выполненный квест или нет? Новый корпус — это авианосец. И максимизация бегемота. Тоже мне сейчас никак не это не поможет. 8 ходов, потому что я убрал... Применят вынужденный закон. В смысле вынужденный. Вообще интересно, что вот из этой системы вот такая большая территория захватывается. Так, пойдем на флот, наверное. Уже хрен знает, откуда взялся, приехал. Так, нейтронную звезду нашли, поле астероида. Ну, это где-то в той стороне галактики. Ты даже никого не убил. А, он отступил, ясно. Так, открыл пятое развитие. Соответственно, я могу обелиски пространства времени строить. 4 обелиска, ух ты, 10 тысяч производства. Это если у меня в столице 1400, ну там я еще построю. Ну, в принципе, за 5-6 ходов строится. Но тут скорее, видите, ресурсы требуются. 80 антиматерии, 40 орехалка, вот это вот. Но, в принципе, я уже рядом. Так, и я тут открыл еще бегемота, да? Но, по-моему, я не смогу больше его строить, потому что у меня, да, 4 из 3 все равно. Блин, тут дофига аномалий в этой системе вообще. Или феноменов, или как они тут называются. Лабиринт омоложения. Уникальное улучшение 20% скорости восстановления здоровья кораблей, находящихся на орбите или ванга. Ну, такое. Это для защиты, очевидно. Куда он тут отступил, интересно? В какую систему полетели эти корабли? Наверное, враг, скорее всего. Потому что они летят, мне кажется, туда, где в границы входят.
гений вечных. Может открыть все-таки эту теху? Дико меня разнонациональная империя. Что вот это вот за... Так, все, или он, я думаю, мы захватываем. И у Люмерис последняя система осталась. Нет, не сюда. Прилетел флот, похоже. Ставлю пока так. Так, что мы тут сделаем? Автономные установленные недовольство. Ну, давайте, не знаю. Лотерею роскоши поставлю и бесконечные эти. Тут только гиперий. Так. Стоит ли их тут? Джунгли можно терраформировать в атолловую, либо в планету земного типа. 7 ходов. Ой, ну давайте, ладно. Так. Десять рехалка есть. Можем дальше назначить вот в весах. А, тут я уже поставил. Вот эту штуку. Я их потом ускорю. У меня тут куча культуры. Вот там, где они все медленно строят, а вот видите, 7 ходов, 13, я их поускоряю. Не проблема, мне кажется. Всякий случай вкладус отправлю этих ребят тоже, чтобы уже 100% захватывать. Они долго летят из-за того, что, вот, видите, нету этих коридоров таких. Видите, мирно преобразовывается это в пользу синего, в пользу сафонов преобразовывается эта планета. Вот это... Не, да, вроде ж... Неужели на ксофоном перешла? Вообще сообщений не было. Ну, короче, я заканчиваю с Люмерис и сразу, как бы, не останавливаясь, на сафонов пойду. Что ж они себе думают? И я бы открыл, конечно, уничтожитель. Давайте вот сейчас мы его откроем, чтобы можно было апнуть мои джаггернауты в уничтожитель. Как раз два хода тут.
На самом деле тут еще столько не открыто систем. Блин, я даже пятый всего лишь по системам. По господству второй. Шестой по экономике. Блин, как бы там посмотреть, побеждает ли кто экономика или нет. Чтобы то сообщение о том, что там кто-то побеждает меня, напрягло. Ну, у сафонов, конечно, куча территории. Мне кажется, тут именно по количеству систем сафонов впереди. The Nakalim will survive this, as we survive everything. Видите, уже одну я взял где-то водную планету, все-таки захватил у Альтаир 3. Это где вообще? Далековато, и 100 антиматерии мне жалко. У вас, кстати, их дофига титана. Давайте посмотрим, как они стоят тут. Адамантан самый дорогой, кстати, даже не Орехал с Квадриниксом. Внезапно Адамантан самый дорогой ресурс. Блин, Орехалка и Квадриникс вообще никому не нужны. Самые последние ресурсы, они на даже Гиперий с Титаном дороже. Прикол. А самый дешевый... Темные... Вот эти все ресурсы роскоши, сорю, очень дешево стоят. Ну вот, видите, система Рак находится под влиянием Империи. Вот о чем я и говорил. Они начали ее... Я ее захватил, а они через 8 ходов. Блин, что ж мне тут предпринять? Это мне надо, видимо, что-то на культуру строить. Скорее. Ну, мне кажется, мне придется отдать ее. Давайте вот это попробуем. Но, скорее всего, мне придется ее отдать. Так, следующим ходом на Квадусе будем высаживаться. Все, хана этому скауту. Горацию прям там убили мне. Ну, жалко Рак, конечно. Тут такая приятная система. Так. Давайте глянем. Feel free to anger us. Ага. Это, видимо, надо именно военный бегемот. Выдвинуло требования. Либо у меня будет минус 75% на империю, либо я даю им 6900 пыли, 5 ходов не... Ну, вообще 5 ходов не объявлять меня вполне... Я не хочу минус 75% культуры
получать. Это как раз из-за того, что они на меня давят очень сильно. Вот где тут их давление. Во. Видите? Они на меня давят. Your actions will only make the war more painful. The unfallen seethe and struggle to contain the anger of the heart. А, я тут могу что-то потребовать. Вот. Я могу вот сейчас что-то потребовать. Принудительная миграция нафиг надо. Ресурсы, наверное, тоже не нужны. Вот теху могу какую-нибудь, например. Если они откажутся, у них будет минус 75% по культуре. Давайте подумаем, что подарю. 1600, вот 6000. Центры хамелеоны 6000. 16000 сверхпрочные материалы. Вот это интересно. Еще 16000. О, увеличивает скорость перемещения в варпе. Вот это я хочу. Так, и дополнительно. Набор тактики, оборонный модуль адамантановый. Я тут, кстати, на... Я бы вот эту хотел. Хотя, с другой стороны... Зачем я там уже... Эту адамантановую гальванизацию еще потребуем. А, нет. Тут только что-то одно, значит, я могу. Тогда нет, тогда... Что тут я выбрал-то? Блин, что я сначала выбрал? Вот это бонус к перемещению. Ну-ка. Ну, отвечайте. У них минус 75% на империю. Так, с кем я еще... Кого я еще могу погнобить? Горацио могу погнобить. Например. А нет, не могу. Видите, не достигла. Тоже от чего-то влияет. Ладно, а этих тоже нет. И... А вот этих вроде... Блин, чуть-чуть осталось и смогу гнобить. Ой, это вообще какая-то фигня полная. Да, это явно отстающее, конечно. Эти, мне кажется, сейчас согласятся на мои требования. Ну, там лимит на империю повышается. Что еще? Нет, нет. Тут, потому что адамантан есть. Сделаем. Так, потом это поставим. Экстаз. Следы наземного сражения. И подавленная аномалия.
будем. Не буду ставить пока. Ладно, пока больше ничего тут не хочу делать. Четвертый уровень армии разблокирован. Точнее, пятый. Это я выполнил, а тут что? Станьте первым, кто построит чудесное клиринговое бюро. Подожди, так она и там, что ли? И тут тоже станьте первым. А что за клиринговое бюро? Опять, наверное, что-то с переводом. Где оно? А где клиринговое бюро, которое я должен построить? Кто построит чудесное клиринговое одной из ваших звездных систем? Ясно. И не на... я найти его не могу. Последний оплот защиты Люмерис. Я напасть могу. Ну, мне кажется, следующим ходом могу вполне уже захватить. Там еще приедут крейсеры. Подъедут. Так, грибочков пока не хватает. О, а я что, в Коране уже построил? Нормально, и сколько тут у нас? Ну, давайте попробуем обелиск вечных. Чего мне не хватает? Орехалка 20 штук. Купим? Наверное, дороговато будет. А сколько у меня накапливается вход? 7. Ну, 20 штук. Точнее, 19 мне надо. Это будет 9000. Да, давайте. И, по идее, там 6 ходов где-то должно строиться у меня эта фигня. 7. Вполне. Вот и первый пошел обелиск. Видите, тут плюс 5 еще будет на все способности, так что это и для научной победы ускорение нехилое. Люмерис еще куда-то караваны отправляют. Смешно. Еще на что-то надеются. Слушайте, а не могли это Люмерис быть как раз одними из тех, кто могли экономическую победу заиметь? То есть, если бы я на них не напал, они бы, наверное, экономически и победили. Нет, не этим ходом. Ладно.
следующем, скорее всего. Ну вот, система РАК уже захвачена. Ну, ваше время придет. Я вами займусь. Уроды. Я так понимаю, что в Джаггернауты все-таки надо было боевые... Минус 5 на 7, минус 25. Закрыть границы. В смысле на Элиан? Там кто-то... Блин! Да вы прикалываетесь. Кто-то прилетел? Так. Вот как? Вот он отсюда отступал. Как они сюда прилетели? Ладно. Они сейчас следующим ходом вполне могут... А, нет, наверное, не могут. Я сейчас... Они... Им либо отступать надо, если они отступят, значит, они не будут осаждать эту систему. А если останутся, то у них сейчас тут хана всем кораблям. Скорее всего. Нет, не хана. Блин, только не говорите, что он сейчас Элиан захватит следующим ходом. Но это такой прикол. Так, чтобы мне такое построить. Вот, войска защитника здоровья. Добавим. Больше у меня тут ничего на защиту от наземных войск нету. Так, на Лире можно что-то поставить, исследоваться. Холодная, газовая, не специализированная. Горячая, стерильная. Так, сделаем. Посмотрим. Блин, ну еще и тут где-то летает вот это вот говно. Скаут какой-то летает еще, блин, трындец. Так. Я бы вот эту, конечно, хотел ускорить. Тут либо 3 миллиона, либо 122 тысячи. Ну, в принципе... посмотрим через три хода. Я просто вот, я ненавижу это в стратегических играх, когда летают тараканы и просто захватывают. То есть они летят тупо зная, где нет никаких защитников. И туда вот летят специально, чтобы тупо захватить. Хотя они все, они уже все проиграли. Виртуальный брат. Не менее 5 улучшений системы или чудес, связанных с наукой. Соберите 500
денег, исследуйте феномен. Скорее вот это взять под контроль. Это реально исследовать феномен за 500 денег. На весах 4. Да вы прикалываетесь. Ну вот, и теперь сиди вот этой херней занимайся теперь. Еще. Я думал, кваду захвачу, все на этом закончится. Ну согласись, это дебильно. Ну все уже проиграно, уже все проиграно. Летает таракан по системам с никаким просто флотом. А где у меня еще один джиггернаут? А вот он. Давайте мы вот этим полетим куда-нибудь пока сюда. На всякий пожарный. Не в Элли, они еще предлагают, что это строить, которые у меня уже захватили. Интересно, интересно. Так, могу 4 уровень где-нибудь сделать. Давайте, наверное, в весах. Так, тут распределительные построены. Тут. Вот тут можно еще. Или копить рехалки на следующие чудеса. Это чудесный. Наверное, стоит копить. Достаточно, мне кажется. Вот эти для обелисков, я имею в виду. Что это вот? А, это корабль у них там. Домашнюю планету Империи Лямбда нашли. Авангард. Средняя снежная. Как вообще на снежной планете могла жизнь? Хотя они там, по-моему, механизмы такие, скорее, какие-то. Вот этот корабль. Я офигею, когда его можно будет убрать? Какие-то кровавые пираты. Это находятся на системе. Как их убрать, хрен знает. Да, кстати, тут на весах 4, весы 4. Вот тут, во. Поиск. И что, только кораблем? Блин, надо этого возвращать, значит. Квадус сейчас будет захвачен, но благодаря тому, что Элион... Элион, ноль жителей, ноль. Что они там собираются делать, эти Люмерис, на планете с нулем жителей? Эти наземные битвы можно смотреть, но они еще менее интересные, очень схематичные по сравнению с космическими. То есть, да господи, еще остались, да что ты будешь делать?
сколько, 30 человек, серьезно. То есть у меня нападало 1105 против 200, там что-то такое. Даже у меня больше, чем 1105. Опять этот хор теней во что-то стреляет. Торговых путей. Я вот не помню, есть у меня там торговые пути в Ментаке. Ну, давайте возьмем это. Да господи, да что? Ну блин, ну я не по... Ну, мне будет потом писать в комментариях, что ты ноешь. Ну, слушайте, ну вот вы на окончании вот хотели все захватить Люмерис, закончить это. Нет, вот это какое-то говно откуда-то берется, вот что-то, какие-то битвы происходят. Откуда у нее этот флот взялся вообще? Откуда это вообще все взялось? Как мне второй джаггернаут тут выбрать? Я хочу улететь просто отсюда и полечиться. А, он уничтожил планету вообще. Он просто уничтожил. Тут просто ничего нету, никто не живет. Нет, колонизировано. А как ноль жителей тогда может быть? Да. О, один житель в Элеоне. Теперь мне эту говно захватит. Будет один житель и миллион армий, наверное, сидеть, да? Тысяча сто пять. У меня было прошло 1200 против 200, что ли, и все равно не захватил планету. Ну, 1105 против 30. Я бы, наверное, танки усилил сейчас. Потому что это уже не смешно так долго. Так, снежная холодная, снежная холодная. Тут умеренная. Что за киберфлора? Вот тут тоже как-то неплохая система получается. Так, можно двоих добавить. Нет. А, подожди, тут эскорт, блин. Крейсеры, эскорты, все смешалось. Еще все эти эскорты продать надо.
Все, эскорты продаем. Крейсеры, крейсеры. Эскорты продаем. Эти сюда летят. Эти сюда. И мне еще надо два крейсера построить. Глянем, может, что-то улучшить можно в их конструкции. Нет. Ничего нельзя улучшить. Где у меня модуль доставки какой-нибудь более большой? Почему я до сих пор летаю с каким-то... Модуль доставки O2G. Вспомогательный модуль. Вспомогательный... Вот, наверное, увеличивает количество. Артиллерийский урон. Мне вот оружие еще надо из квадриникса явно, потому что у меня квадриникса намного больше, чем орехалка. Открыть. Ну и тем более тут мне надо две технологии. Все какая-то говнина какая-то, блин. Так, дерево навыков. Дерево навыков. Ну, опять тут все, все на развитие уже взято. Ну, давайте на еду возьму. Сейчас. Так, и тут я хотел... два крейсера. Угу, 49 тысяч. Вполне возможно, что следующим ходом смогу ускорить. До последнего вот эти тараканы летают. Откуда флот этот взялся? Почему он незамеченный летает? Ну, даже если предположить, что у него этот есть скрытый, вот это меня раздражает, что он именно вот на одну систему, где у меня не было защиты, вот именно туда он прилетел. И у него еще хватило ресурсов высадиться. У него захвачены все планеты. У меня миллион планет. У меня не хватает... армии высаживаться, чтобы захватывать ему, а он, блин, за два хода такой нормально. Урон на оружейные модули поставим.
меня там еще есть урон на энергетические модули, что что-то... Как раз энергетические модули. О, я открыл эти. Первая теха на пути к научной победе есть. Я так понимаю. Гений вечных. Это еще построить надо, улучшение империи, или оно сразу работает? Ну, среди зданий я не вижу. Тут я тоже не вижу. Улучшение империи. Не, мне кажется, это какой-то закон, наверное. Нет. Тоже не вижу. Это улучшение империи. Так, тут давайте либо 33% урона на оружейные модули, либо... Вот это, конечно, надо. Тут еще и урон на войска. Правда, мне это будет стоить 1166 ход культуры, но мне кажется, оно того стоит. Блин, где это улучшение империи? Вот это особенности империи, они сейчас работают. Нет, вон работает, видите, 105,9 из гений вечных. Что оно уже работает, мне ничего строить не надо, отлично. Крейсеры. Это я сейчас уже консолидирую флот, чтобы на сафонов нападать. Джиггернаут меня уничтожил. Ну, я просто... Я охренею. Вот, у меня нету слов, потому что вот когда полностью захватывали, ничего не происходило. Осталась последняя система, блин, с двумя жителями. И тут внезапно Люмерис проснулись. Дайте твари да захватывать Люмерис. Чё за хрень? Просто достали. Ничья. Блин, и я там не могу
захватывать. Боже, меня это так раздражает, этот трындец. Я не могу эту захватывать планету, потому что тут этот флот долбанный, он мне не дает начать захват. Трындец, еще 4 хода сюда лететь. 3 хода. Ну почему? Ну какого хера это начало происходить, ну? А вообще заставить их сдаться я могу как-то? Навязать перемирие? Вот нафига мне перемирие? Полностью уничтоженная империя. Я хочу захватить уже полностью последнюю систему. Навязать перемирие? Нахрена мне перемирие? Почему я могу навязать тотальную сдачу? И не могу еще бегемотов построить, потому что каким-то макаром вот эта цитадель тут захвачена. Давайте искать, как ее уничтожать, потому что мне цитадель нахрен не нужна. Это электромагнитный щит работает. Ну, класс. Одна, две джиггернаута, одна цитадель. Где мне эту долбанную цитадель найти и уничтожить? Джиггернаут, патруль. Крейсеры, патруль, джиггернаут. То есть, другая цивилизация построила цитадель, которую ты захватил, и ты с ней уже ничего не можешь сделать, да? Кстати, а почему я думаю, что она здесь? А, ну потому что тут значок, в общем-то, цитадель. Так. Превратит бегемот в многонациональную оборонительную крепость. Корабль укрепит систему и еще не просто писать. Цитадель позволяет создавать систему... Ну, я так понимаю, ее никак нельзя уничтожить. Она вот добавляет бонусы вот определенной системе. Но, ну и определенные здания позволяют. Но ее никак не убрать. Ну, не знаю, давайте, наверное... Скорострельность уничтожителя еще возьму. Я просто боюсь, что меня сейчас этого джаггернаута тоже убьют следующим ходом. Охренеть, да? И эти... Я не могу высадиться на планету, потому что планета не поставлена в осаду. Не могу в осаду поставить, потому что не могу этот флот убить. Откуда-то взялся флот у Люмерис. То я его тут мочил, он летал. И тут вдруг сильным стал внезапно. С какого-то хрена. Я просто серию хотел закончить уже захватом Люмерис. Я сейчас сижу, третий час этой хренью занимаюсь. Всем разработчикам, которые делают так, что компьютер внезапно видит самые слабые места и туда отправляет. И вот руки отрывать вот за такие специально сделанные. О, плюс 20% к науке, к там, где есть счастье. Ну, вообще науки вход уже 22 тысячи. Альянс Хор союзных существ близок к победе к экономике. А где мне посмотреть, насколько он близок? Так, ну это мои там... Это ж явно где-то есть тоже офигительный этот, как его, интерфейс. Явно же где-то есть... Показать подробное население.
Правительство. Может, тут где-то? Ну, хор союзных существ это вот эти, я так понимаю. Тенеты это единство принципиальных. Что за хор союзных существ, блин? Что за название? А, вот он. Деревья и... А, вот у нас кто близок. Деревья и вот эти. Блин, так что мне на них нападать? Так, я могу с ним опять потребовать экономические санкции. Надо. Да, как раз экономические санкции. Давайте какой-нибудь... Теху я уже не могу потребовать, да? А что с них потребовать? У них орехалка нету тоже, чтобы потребовать. И вот как им помешать победить? Хорошо, что тут из этого дает бонус протоорхидея на деньги, я имею в виду? И все, больше тут у них ничего нет, только протоорхидея. Давайте васильковую плесень потребую. Всю. Ага, не выполнили. И вот минус пошел. Да, ну слушайте, ну где-то же должно быть видно победы. Какой-то, ну, то есть победа только вот здесь вот видна, да, и все. Но как мне как-то посмотреть, как все остальные? Одну из четырех исследовали. Кстати, я по чудесам второй. Ну, может, когда я первое построю, буду первым. Читал, нету возможности проверить. То есть вот эти сообщения, это означает, что они на какой-то, на каком-то этапе к победе. Это как вот им всем сообщили, например, что я открыл первую технологию вечных. Это типа тоже, что для меня научная победа неминуема. Вот в этом идея. И проблема. И идея, и проблема. Так, тут я должен был исследовать. Да, блин. Теперь две науки за каждого вот этого жителя на 20 ходов. У нас 22 тысячи науки. Тут можно сразу следующим ходом поставлю оружие из квадриникса. Просто слетаю. Так, следующим ходом первое чудо закончено.
Проблема с Мардамари. Сохраняйте активным 3 связанных с наукой единых законов в течение 5. Это легко. Ну, в общем, вот это мне надо. Так. АПМ. Джаггернауты. Девять урона в секунду на средней дистанции, 36 урона. Ну давайте вот это. Вероятность крита выше. А я тут, кстати, могу и двигатели новые поставить, между прочим. Вот этот непробиваемые щиты тоже круто. Ну, один поставлю. То слишком дофига будет. Так, сколько стоит апнуть? 144 000, вау! Вот это я улучшил Джаггернаут, да? Ни в чем себе не отказывал. Ну давай, просчитывайся. Ничья, говорит мне игра. Так, хорошо, какие у нас еще тут варианты по-другому Джаггернаут усилить, чтобы не так... Подожди, а почему 144 тысячи написано? Тут просто вот его сделать. Конструкция 4000, расходы... Не понял. А почему так дорого стоит? А, наверное, из-за ремонта. Это из-за ремонта. То есть так, если бы он был полностью отремонтирован... Так, один обелиск пространства времени готов. А, каждый следующий дороже 100, блин. Да вы прикалываетесь. То есть каждый следующий обелиск в два раза дороже в ресурсах стоит. Вот почему... зачем вот это делать, когда, типа, тебя... Давайте почитаем. Сложно объяснить. Вы где-нибудь видите, чтобы тут в описании было написано, что каждый следующий обелиск пространства времени будет стоить дороже в два раза? М? Зачем? Зачем писать? Давайте, пускай игрок... То есть игрок... оттягивает свою победу, просто потому что его вот так вот обманывают каждый раз. Типа, игра не сообщает ему важные данные для того, чтобы победить. Просто прикол. Ладно, что у нас там по науке? Тут я сейчас открою, смогу это открывать.
И тут нам надо в этой фигне три. Культуру. Скорость восстановления на героев. Это поддержка, это специализация точно не нужна. И тут еда. Ну давайте вот эту пока на культуру начнем. Да, блин. Реально возмущает. Я, наверное, подлечу сюда с Джаггернаутом. Он тут уже немного подлечился. Надо убивать этот флот просто, иначе мы никогда в жизни не закончим. Ну, несущественная победа. Там два юнита осталось. Как вот, что у них такие за юниты, что они так, блин, против джаггернаутов стоят? Просто вот... Так, 38 тысяч у меня атака, 38 тысяч. Тут защита 1600 и 510. Ну, ребят, ну... Серьезно. Следующим ходом, я думаю, Элеону Кобзда. И у него каждый ход еще и население увеличивается на этом Элеоне. Класс. Сколько уже серия часов идет? Три? Из этих Люмерис долбанных. Так, я тут сразу ставлю исследовать достояние вечных, потому что они, видите, плюс 40% и плюс 15% на все, что там есть, дают. И всего лишь за 4 хода я это сделаю. А в отличие от 8 ходов, как я на научную исследовал. Пять 300 я им дам, нормально. Will only make the war more painful. Так, вот этим нападаю. Ну я, ну серьезно. Ну хорошо, это герои. Ну даже у них 700 атака, 500 защита. Ну как они могут стоять против Джаггернаута? Я, у Джаггернаута 38 тысяч и 8 тысяч. Просто... Наконец-то. Так, сейчас мы... Начинаем высаживаться тут. Ну, должны за один ход, мне кажется. И достаточно трудовых резервов. 70-53, господи, еще нет. Еще будем мудярить эту планету теперь. О, господи. Я надеюсь, что вместе с Люмерисой вот эта хрень исчезнет. Это явно какой-то их квестовый корабль.
уже планета давно не у Люмерис, а этот... А если он не исчезнет, я даже не знаю, что... Близок к победе экономика. Альянс... Это уже, кстати, другой альянс, между прочим. То есть там все на победу экономикой ломанули. Один я на победу наукой или чудесами. Да, блин, как вы задолбали. Боже, еще какое-то говно прилетело. Два жителя, блин. Откуда там вообще какая-то армия? То есть вообще жителей два, но армия защищаться от 20... От 30 крейсеров без проблем. Вообще изи. А потом прилететь за два хода мою захватить. Найс. Так, а мы потом удивляемся в Циве, что, мол, бонусы. В Циве вот... В конце игры никто бонусы такие не дает. А тут нормально, тут и сила, я смотрю, зашибись. Сверху навалено. От души. Ай, продам этот корабль. Не хочу им больше заниматься. Мне надо было усилить танки и самолеты заодно. Какая у него там армия вообще? Самолеты есть, танки есть. Давайте, хотите, я вам покажу, как происходит бой. Да, у меня, конечно, тут меньше 390 на 415, я не спорю. Вот так это выглядит тут, в общем-то. Тысяч по сорокету. Да, все улучшим. Ну, это же надоело. Ну, сколько мы... Откуда... Вот у него откуда эти силы? Я, блин, с 16 системами не могу себе позволить так усилить армию, как усилено у Люмерис с одной системой. Откуда ресурсы... Короче, бой, нафиг. Надоело мне этими скаутами уже заниматься.
Ну что, мне что, этих сюда добавлять, что ли, чтобы атаковали? Просто игра надо мной издевается, к сожалению. Просто какой-то бред тотальный. Вот, усилил армию. Наконец-то. А, ну еще как усилил. Тут прибыло какой-то резерв, очевидно. 3800. Резерв 1350 назад. А почему прошлым ходом этого не было, интересно? Не, ну тут должны вынести. Наконец-то. Ой, блин, я смотреть. Нет, это... Нет. Я включил смотреть. Все, убедительная победа. Оккупировать. Ну, все, Люмерис нету больше, я надеюсь. Нет, смотрите, она есть. Да как так-то? Где эти Люмерис? Вы прикалываетесь? Ладно, на этом я закончу все равно серию. Сейчас я с этими мир заключу. And watch carefully. Навяжем перемирие. Не знаю, где Люмерис. Может, раз они в союзе, то... 747. Раз они в союзе, то, возможно, они мне платят какую-то дань. Ноль. Ноль жителей в системе вообще. Все равно эта хрень тут висит. Как? Что вот с этими, с этим говном сделать? Игра! Вы прикалываетесь. Ну, потому что, наверное, Люмерис остались, типа, в союзе, поэтому эта фигня осталась висеть. Хотя, вроде как, она не действует никак. Я не вижу, чтобы это как-то влияло. Не написано, что система в осаде, но это все так раздражает. О, могу бегемот построить, который будет уничтожителем, я думаю. Давайте ускорим. Ладно, все. Серия закончена. Я думаю, что уже окончание партии будет в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Спонсоры канала могут продолжение прямо сейчас посмотреть, но... Это вот офигительно раздражает. Пожалуйста, не надо только в комментариях писать: не, это нормально, вот это вот все, все круто, вот так, так, так и должно быть. Ему там эти союзники ресурсы давали. Это нормально, когда вот война происходит. Война сама происходит, я не могу продавить. Это нормально, когда у тебя остается одна система, и игра делает все так, чтобы я эту систему брал миллион ходов. Это, извините, ущербность геймдизайна. И это во многих стратегиях такое встречается, когда компьютер просто видит у себя слабые места игрока и туда именно отправляет. Это там и в Европе универсалец, когда тараканы из одного юнита бегают по незащищенным территориям, которые хрен знает где в вашей империи, им далеко туда бежать. Но они туда бегут, потому что они там незащищенные. Это не... Не круто. Все, до следующей серии. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!